Всем доброго времени суток. Очередная бандероль из Китая. На ощупь какая-то коробочка. Сейчас вскроем и посмотрим, что у нас здесь пришло. Непонятная какая-то маленькая коробочка 24 июня. Ну, давайте распечатаем и посмотрим, что у нас здесь. Так, она здесь с другой стороны вскрывается. Почему-то не вскрывается. Так, здесь у нас датчик температуры Meizu. Да, не думал я, что он такой маленький. Думал, что размер его побольше, по крайней мере, так на фотографиях выглядит. Здесь, я так понимаю, снимается и приклеивается, или оно в белье присоски. Так, здесь у нас запасное колечко для приклеивания. В общем, купил я его на сайте GearBest. Стоимость его со купонами получилась около $5. Датчик температуры есть, и больше пока ничего нет. И инструкция на китайском языке. Добрался сюда этот датчик довольно-таки быстро. Около 3 недель. 3 недели еще не прошло. Стоимость, как говорил, уже $5 вместе со скидками. Так он стоит, по-моему, 7 с копейками. Ссылку приложу в описании. Кому интересно, заказываем. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.